Кадровые рокировки произошли в двух регионах Казахстана. Указом президента на должность акима Северо-Казахстанской области назначен Ерик Султанов. Сообщение было опубликовано в социальной сети Twitter пресс-службой Акорды. Ранее Султанов занимал должность вице-президента акционерного общества КТЖ и до настоящего времени был председателем правления акционерного общества «КазАвтожол». В ранние годы чиновник являлся первым заместителем акима Астаны. Прежний аким Самат Искендиров подал в отставку за упущение части соблюдения служебной этики, сообщили в администрации президента. Свой пост покинул и аким Акмолинской области Касман Айтмухамбетов, пробыв на этой должности чуть больше года. Новым акимом указом президента назначен Сергей Кулагин.